как сформировать отчет, необходимый для сотрудничества по программе Master Lunch. Для этого вы можете использовать внутренний ресурс Seller Central, там, где вы формируете все ваши отчеты. Заходите в раздел отчета, Reports, выбираете Fulfillment. И в левой части экрана подраздел Sales выбираете Amazon Fulfillment Shipments. Выходит раздел с вашими отчетами. Если вы их не сохраняли до этого, то у вас здесь пусто, только будут варианты выбора. Выбираете вариант Exact Dates. Максимальная дата, которую вы можете сохранить отчет, является 30 дней, поэтому вы желательно выбрать помесячные отчеты. Например, возьмем за декабрь прошлого года. Нажимаем Download. Формируется отчет. Немножко нужно подождать. Сейчас обновим экран. Еще раз обновим. Все, появился отчет. Вот декабрь месяц активировался. И сохраняем. Единственная просьба сохранять отчет. Он в текстовом формате и со своей кодировкой. Сохранять отчет, например, месяц и год отчета. Например, вот декабрь. Делаем сохранение. Все. Таким образом отчет сформирован. Спасибо.